выйдет живой. Счастливчик. Хотя, кто знает, что для тебя лучше. Пойдем посмотрим, что Сидорович за тебя отвалит. Что притащил? Тело. С грузовика смерти. У него метка. Правила знаешь? Выбрось его. Так ведь он живой. Ты врешь. Не может быть. Пусть меня зона сожрет, если вру. Давай его сюда. Так, за эту фигню я дам тебе... Короче, Меченый, я тебя спас и в благородство играть не буду. Выполнишь для меня пару заданий, и мы в расчете. Заодно посмотрим, как быстро у тебя башка после амнезии прояснится. А по твоей теме постараюсь разузнать. Хрен его знает, на кой ляд тебе этот стрелок сдался. Но я в чужие дела не лезу. Хочешь убить, значит, есть за что. Ну чё стоишь? Подходи, я не кусаюсь. Выбирай, как мы с тобой поступим. Либо я тебе сейчас мозги буду полоскать. Это твой личный ПДА. Полезная хреновина, которая будет помогать тебе не сдохнуть в зоне. А если и сдохнешь, то хоть другие знать будут, как и где. Шучу. Давай напомню кратко, как пользоваться. Твои задания расположены в первом разделе ПДА. Для большинства заданий есть кнопки переключения на дополнительную информацию. Запомни, каждое новое задание автоматически переключает целеуказание на миникарте на себя. Дальше. Второй раздел ПДА – это карта. Кнопки над картой позволят тебе увеличивать и уменьшать масштаб. Плюс отцентрировать карту по твоему месторасположению. В общем, разберешься, там несложно. Что еще? В ПДА есть раздел «Контакты». В контактах список сталкеров, которые находятся в радиусе 50 метров. Плюс их короткое описание, ранг, группировка и их вероятное отношение к тебе. Запомни, пока ты нейтрал. И только от тебя зависит, как к тебе будут относиться потом. Если поможешь кому, то обрати внимание, как изменится его отношение к тебе. Будь осторожен, если рядом враги. На миникарте они отмечаются красным. Друзья отмечены зеленым, нейтралы — желтым. Ну и ПДА мертвых сталкеров подсвечивается серым. В мародерстве помогает. Что еще? А да, есть дневник. Ну, тут и говорить нечего. Там записывается вся информация, которая тебе нужна. Плюс новости. Даже то, что я тебе сейчас втолковываю, ты там найдешь. Потом, в разделе ПДА под названием «Рейтинг» увидишь лучшую двадцатку сталкеров, которых я знаю. Я периодически обновляю эту информацию для поддержания соревновательного духа. Глядишь, и ты когда-нибудь вырвешься в лидеры. Кто знает, твои собственные успехи заносятся в раздел «Статистика». Ну, там все просто. Дальше. Энциклопедия. В нее заносится информация о зоне и советы по выживанию, которые ты найдешь или получишь от сталкеров. В принципе, все. А, еще. В твоей модели ПДА встроен сканирующий приемник широкого диапазона. Отличная штука.
Есть дело, Меченый. Надо найти сталкера по кличке Шустрый. Он нес мне важную информацию. Пропал он где-то в районе моста. И его надо найти и забрать информацию. Уж живого или мертвого, мне все равно. Сходи к Волку из местного лагеря. Расспроси его. Наверняка он знает, где тот может быть. Удачной охоты, сталкер. Посмешнее нет ничего в запасе. Почему? Подходи, пообщаемся. От клиентов отбоя бы не было. Немного не в тему, но вспомнил вот. Перехватили, значит, военные у блокпоста новичка сталкера и давай парить. С какой целью вы в нетрезвом виде пытались проникнуть на территорию зоны, имея при себе незарегистрированное охотничье ружье и патроны к нему? А он, значит, похмельный, голова как бочка, все задолбало и говорит, пьяный. Конечно, пьяный. Мужики, я к вам посылаю человека. Действуйте по обстоятельствам. Если сочтете нужным, атакуйте. Прием. Хорош уже, комик. Только будьте вежливы. Девушкам все. Конец связи. Оружие убрал. Дружище, не шелести особо. Дай поясню ситуацию. Мужики, тут волк прислал нам подмогу и приказ атаковать. Так что вперед, геройствовать!
ты эту шелупой! Уроем нахрен! На исходные позиции. Конец связи. Блин, день ночи выдался. Мать вашу, меня кто-то спасать будет или как? Эй, мужики, вы живы? Что вообще происходит? Блин, денек выдался. Мать вашу, меня кто-то спасать будет или как? Эй, мужики, вы живы? Что вообще происходит? Спасибо, брат. Даже не знаю, как и благодарить тебя. Yeah.
со всяким штукам. На задних лапах там ходить, мертвым притворяться. Дело туговато идет, а рядом зомби стоит и прикалывается. Ничего у тебя не выйдет, фигней страдаешь. А контролер ему пальцем так погрозил и отвечает. Слышь, сталкер, заткнись, да? Ты мне тапочки приносить тоже не сразу научился. Ну, здорово! Меченый, я тут поразмыслил на досуге и хочу тебе кое-что предложить. Тебе, по большому счету, нужно искать своего стрелка, так ведь? В общем, по стрелку узнал кое-что. Есть такой сталкер. Говорят, дорогу на север зоны нашел. А места там нетронутые. Прям клондайк артефактов. Да. В общем, я помогу тебе его найти. Но, как ты сам понимаешь, не за просто так. Придется отрабатывать. Но в итоге будет нам обоим хорошо. Ты своего стрелка замочишь. А заодно, может, узнаешь, что с тобой стряслось. А я Ну, в общем, свою выгоду от сотрудничества тоже поимею. Ну, что скажешь? Тогда слушай. Мы с другими торговцами хотим открыть путь на север к центру зоны. А ближе к центру кто-то или что-то мешает проходу. Понимаешь? Там есть место, где мозги закипают. Жуткое место. Хрен его знает, как твой стрелок там проскользнул. Но ближе к делу. Мне передали, что вояки в здании бывшего НИИ «Агропром» что-то нашли. Какие-то очень серьезные документы. Явно связанные с центром зоны. Так вот, их у вояк надо забрать. Понял, куда клоню? Если добудешь документы, ко мне не тащи, неси их сразу бармену. Он заправляет делами в сталкерском баре «Сторинген». Координаты я тебе скину. Все ясно. Пойдешь на север через свалку. Потом повернешь на запад. И через пару километров выйдешь к «Агропрому». И будь осторожнее, на свалке сильная радиация. Так что советую прикупить у меня антирада или водочки. Ну, удачи! Неплохо. Хороший товар. Вот так бы всегда. Ну, проветришься, заходи. Thank you.
Вообще-то, здорово, да.